В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. У нас имеются ножницы пеликан. Ножницы пеликан бывают с пружинкой, бывают без пружинки. Пружинки продаются отдельно. Этими ножницами удобно резать. Сейчас мы и покажем, как они режут. Вам нужно разрезать две картины. Вот в этом месте, для того, чтобы нам проще было резать, мы здесь немножко расправим. Немножко расправим. Все, нам здесь надо будет разгибать при отгибке кромок. Если у нас сделана на инструменте шлифовка, то вот оставляются небольшие такие. Вставляем крески. У нас нижняя часть выпускается. Вот так вот. Здесь с той стороны. Вот так вот. Так, и нижнюю часть мы выпускаем. Так, ставим. Ставим. Вот до конца я дорезал, здесь может быть петушок, поэтому желательно не до конца. Пробуем без отгибки. Отгибки попробуем. В конце у нас получился петушок. Конечно, плохо. Сейчас мы его подрежем. Но он все равно у нас будет здесь еще ослабление будет. Поэтому мы еще его подрежем. Но желательно, конечно, резать без петушков. Перед нами две картины, то есть мы подготовили картину нижнюю, вот она, у нас здесь кромка 50
миллиметров, то есть на картине. Вот она. Подготовили с правой стороны ослабление нижней картины. Вот оно. Соответственно. И с левой стороны мы подготовили тоже. У нас Г-отгибка. Нижняя картина 50. Верхняя картина 30. Согласно нашему чертежу. И сейчас нам нужно вот эти все кромки распрямить и положить их на верстак, как на нижней картине, вот эта часть, и на верхней картине тоже. ...5 сантиметров, да, или 250 миллиметров. И то же самое нам надо делать с этим, с П гребнем или П отгибкой 25 миллиметров. То есть вот до сюда мы должны ее распрямить и положить, чтобы она у нас была как лист. Нижняя картина и верхняя картина тоже 25. Вот. Мы ее тоже должны разогнуть.